Основная тема для обсуждения – выполнение национальных проектов и какие сложности могут возникнуть при их реализации. Премьер отметил, что к этим задачам не должно быть общего формального подхода. Главам нужно учитывать специфику своей территории. В частности, речь зашла о нацпроектах, которые касаются развития социальной сферы. Самым сложным для всех нас является социальная тема, и этому посвящен наш разговор. Будем говорить о реализации нацпроектов именно в этом направлении. Вопросы здесь понятны, где получить хорошую профессию, образование, в какую больницу обратиться, к какому конкретно врачу, на какие пособия можно рассчитывать. Эти и ряд других вопросов задают каждый день. Ответами должна быть наша слаженная работа. Напомню, на Кубани в соответствии с майским указом президента разработали 42 региональных проекта в рамках целей и задач, прописанных в стратегии развития до 2030 года. Качество реализации будет отслеживать специальное управление в администрации края. Также на встрече с главами Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет жителей России, проживающих за чертой бедности. По его мнению, это сделает помощь более целенаправленной. Людям с невысоким доходом могут предоставить возможность получить образование, преимущество на рынке труда, а также инструменты для занятия малым и средним бизнесом. Другими словами, задача государства – предоставить весь спектр возможностей тем людям, которые хотят выбраться из сложной жизненной ситуации, отметил премьер-министр.